кто в команде громче всех поет? Барриос. Барриос. Думаю, Вильмар большой спец по реггетону. Это его стихия. Два кандидата выберу. Барриос. Неплохо. Громко. Вот, непонятно, но громко. И, ну, конечно, Александр Коваленко. Я думаю, за полгода в команде он уже проявил себя. Барриос. Кучу очень громко орет свои эти национальные песни, я не знаю, там постоянно поет, постоянно кричит. Ну, Коваленко, наверное, да, погромче. Коваленко. Коваленко. Тебе знакомы песни, которые он исполняет? Весь. О, да, он знает все песни, бразильские, русские, вообще все.